Сейчас посмотрим, что за танк. Так, четвертая ката на будущем Т. Короче. Пускай он бафает тогда. Кто кулак там? Кюража или Дипси, кто из вас будет давать, и кто там монорек. Сучек тупой. На пул на смертоглюку на этом. Мы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. В бой, герои! Я тупо от всего умер, короче, капец. Ну там огни, наверное, лужи, потому что. Я не убежал из этой лужи, сейчас выйду сам. Сейчас уже погорит. Хао под босса. Что там с этими сделаем? Со змеями, как кто кого забирает? Ну танк, на котором кружок вставит, кружок. Окей. Смотрите там по мане. Иннер заливает орхидея. К черепку бегите, зеленые люди. Не надо стоять просто так. Хант не вовремя забежал. Хант, ты скидываешь дебаф огненным бафом. Зеленый огненным скидывается. И отбегаешь обратно. Что ты там стоял, я не понимаю. Не-не, он забежал скинуть, его, короче, харчком убило. А, под брызги залетел. Да-да-да, я не мог его повернуть, я повернул бы его, пол рейда бы убил. Да. Только вместе не бегайте.
Вот сейчас черепок, смотри, зеленый, если будут, если он успеет прыгнуть. Ой. А, сейчас уже завалите. Ревностный вроде был захиливать. Да, да, да. А еще я БЗ нажму. Он просит не поднимать. А зачем ты встал? Мы бы тебя бернули. Зачем ты встал? Так, давайте все, кроме Киража, отошли от червя. Милики отошли. Пусть Киража один бьет там. Вот, отошли. Словили рейндж. Кто с метками, отойдите от людей. Куда ты побежал? Дипси, хильте. Что ты делаешь? Подойди к червяку. Что ты делаешь? Ты что там у стенки? Мне что там? Ну, что ты к стене подбежал? Надпись там какую-то увидел? Да. Тебя хилы не достают, они же калеки, они не могут двигаться. Они же стоят на месте всегда. Не отбегай от хилов, ты же сдохнуть можешь так. Ты повеял ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Бьем этого волосатого червяка. Почему же он на центр вывести? Нет, он сам туда прыгнет. За прикол перестала писать, да, все эти приколы какие, на кого бежит? Может быть, не знаю. Вот сейчас ты можешь его жопу из стенки вытащить, чтобы милики могли благополучно не повернуть, а вывести к центру, провести. Я танкую этот, танкую второй танк, да, он же у нас без диса. Ну тогда в следующий раз подтянешь его. Вот на меня рывок, я отбегаю. Чисто сюда, вот на серединку. Сейчас покажу куда. Вот сюда, здесь звездочка, сюда босса отвести, чтобы его милики не убили нормально. Видишь, когда жопа в стене, у него в морду бьешь, у него парирование идет. Тот танк этого не знает, это четвертая ката. Ну и в принципе таких и третий каты идут. Не шарит. Ну я так вот таунтом вывел немножко. Как назло.
Хант, можешь зайти, наверное, в инст. Добрый день. Сейчас великий чертокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового. Нам бы тело покидать. Готовьтесь к бою. Тут же есть те, кто не в голосе, они нифига ж не видят, не слышат их сюда. У нас один только танк с волчата, вот этот смертоглюк, без голоса. Я не знаю, я жму расплыл на все. Кому надо, нити, конечно. Ну, если тебе, ну, если нужно, все нити, конечно. Да, их распылили. Я не знаю, зачем он тело покинул, зачем тело покидать. Да танк лутанул, там без вариантов было. Вроде Диси, не знаю, можно было резать. Значит, НХ, слышишь меня? Да. Ты будешь снимать с босса 10 стаков. А, все, понял. Знаешь, чем снимать, да? Да, да, конечно. Че, тут сбоку, да, трэш подержу? Это же зеленые шары у него в бафах, да, будет? 10 стаков каких-то у него будет там. Вон он, не видишь? Вот, снимай. Кстати. Захил Лока, захил Лока. Энханс. Стоишь на месте, да? Он же не отведет. Он сам в луже стоит. Да, да, я понял, что... Саунти с него босса. Он же, ну... ничего не понимает. Ну, что? Он обратно таунтит, обратно таунтит. Давай поиграем. Тоже по таунчу. Босс невосприимчивость. Ребят, ну это цирк. Пробуйте добить. Бля, что происходит? Он мне в ПМ пишет, сука, Сальву, кто на меня кинул?
Второй протопаладин пишет, кто, говорит, на меня сальву кинул. Боже мой. Да, я понял. Я понял. Ты косяк свой понял, да? Да. Из-за того, что дебафы плюс сбиваю скиллы, короче, запутался немного. Длань спасения, Киража и Дипси. Не надо кидать на смертоглюка. Ладно? Надеюсь, вы этого не будете больше делать. Что тут Гера нужно давать? Я же заикаться начал после фразы, что без Геры. Кураж, долго будешь стоять? Запускай. А, это еще и тыкнуть надо. Привет. Перед вами Джарацус, эредарский повелитель Пылающего Легиона. Что происходит? Неистовство он не включил. Захиливайте меня. Кстати, эти маленькие големы, и их таунти, что им похуй. Их не надо таунтить. Их надо бить. Звездопады даем, семя порчи, а вешаем големы. У них 100 тысяч кп всего лишь. Цепухи без остановки по рейду. Убейте их, что вам, сложно что ли? Подошли, зауешили. Вот,
чё, тётка? Падает, ничего, зараза. Беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили. А тебе что-то нужно? Ну да, конечно, на 200-й шмот. А, я что-то не заметил то, что у нас есть декаты слабых просто. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я это НХ на полминуты воды попить отойду. Кто там дышит у микрофона? Я не дышал, у меня электронка просто. Кил, ты можешь выключить активацию голосом в Дискорде? Пожалуйста. Там есть такая штука. Сейчас как? Нормально. Настройки пользователя. Нажми. Там есть такая штука. Голос и видео. Нажимаешь. Я просто в сторону убрал. У меня было около. Я не знаю. Активацию по голосу выключи. И активацию включи по нажатию. Нажимаешь кнопку какую-то, и дыхание твое слышно. А ты ничего не нажимаешь, и тебя слышно постоянно. Вот это трещание наушников и дыхание, это, ну... Понял, да? Так, вылезли вар, ант, ржем, пист. Так, ну первого будем сливать. Хорошо, сделаем. Там. Ну, значит, просто бегай и танчи пета ханта. И кидай стан, угу. Кому-то. Тогда по мне петханта хорошо. Орхидея, значит, кидай вихрь на Самула. Самул это Эршам. А Энхаша тут? Так точно. Превращаешь в жабу квадрат. Понял. А, так. Ну, в принципе, Вачдан можешь превратить в кружок. После звезды мы Лока будем бить кружок. Ну, соответственно, Энхаша по цели, который бьет рейд, рассеиваешь заклинания, фотки снимаешь, если они будут вешаться. И все. Ну, сейчас будет цирки, я тут догадываюсь. А с ДЦшника массовое рассеивание. Ну, соответственно, там время от времени эфир в толпу. Бьем звезду. Беги, малышка, беги! Луну законтролите, дайте эфир. Сало, стан. Он хилит. Ничего не накидывается. Почему вечно эти два пэта за мной бегают? Значит, они и таунтишем похуй.
Орхидея, поднимай каротита. Мне звонит. Луну дайте стан. Да, ДПСа нету. Квадрата превратите в жабу кто-то. Нет. И бейте звезду сильнее. Ее захиливают. Ходки снимают. А, НХ-ша сдох. Нормально. Че, встать? Я думаю, да. Ну смотрите, сейчас захилят Хантана фул. Мне просто пета забили. А ледяной шок для кого придумал? Так их двое, а шок один. Ну падайте. Вставайте на месте и падайте. Ну, во-первых, Гера была, во-вторых, Орхидея нам. Честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Это глюка какая-то. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Ну, Холипал еще хлеще захиливает. Холипал с Ршам вообще жесть связка. Значит, хила будет бить. Первого будем бить Холипала. Нет, давайте Ршам без бабла. Потом будем Холипала. Мы не перебиваем от хил, поэтому будем бить хила сразу. Значит, по Холипалу это кружок. Будем давать контроль. Контроль будет давать Орхидея с Ладжданом. Орхидея вихри, как вихри кончаются, жабу кидаешь. Так, ну и как жаба кончится, скажешь, я дам сало. Ну эфир по возможности. Хорошо. По остальным мобам дипси. Бегаешь станы даешь. Чё там еще? Хант кидаешь ловушку, как мобы начинают там, вон под кого-то, под лока кинешь. Лок это череп. Ну и так же все там. Отбегайте от мобов, не надо стоять у них там. Ледяной шок кидайте, кольцо там. Льда или что-то. Фир. Ловушки. Ладжидан тут. Я готов, мне минут через 10, ну 8-10 минут нужно будет отойти вниз на 5 минут забрать. А кого поймите? Первую звезду бьем.
Бейте, бейте, сбивайте косты прям. Носите. Массовый эфир там что-то дайте. Вот теперь кружок бьем. Массовое рассеяние, краса. Потом звезду. Звезду бейте, шипа. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Кровь, ну давайте минут 8 перерыва. 8 прям. Мне просто водитель ко мне сейчас едет. Мне нужно забрать пакеты и все. Спуститься вниз. Уже прям сейчас? Ну, через 3 минуты. Ну, не успеем просто, я поэтому минут 8 прошу перерыва. Еще можно, да, пойти покурить там,
пипи-фа-фа, что-нибудь поделать, да? Да, минут 7, да? 5 минут перерыв, окей. Всем приятного аппетита. Чё там, Лаждан тут?
Че, все что ли? Закончился перекур. Угу. Азидан тут? Нет. Вот, там просили канал Дискорда скинуть. Угу. Скинь, пожалуйста. Все, запускайте, лач пришел. Че, кто какую танчит? Белую, черную. Ты, соответственно, берешь белую, танчишь левую, подводишь к нашему порталу. Вы сможете пройти испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Все берут черную. А, просьба, тут много нубов, анонсить смену и перевод делать не уже перед самой сменой, а посредине. Ты, Гипси, тоже свою вальку к нам подводи. Когда на вас черный дебаф, ловите черные сверки, от белых отбегайте. Да ебаный в рот! Посмотри, может, есть исполнительница. И может, паладин сливает. Если паладин, то ничего страшного, забери с него просто и все. Способность секунда приготовились. Ничего не меняем. Способность 3 секунды, приготовились. Ничего не меняем, бьем. Прикольно так бить. Так, способность 3 секунды, приготовились. Берем белую. Переводите.
убиваем тупо от Гэту и все. Нормально. О, на танках, говорят, нормальная тема, да? Ну, умный танк — это хороший танк. Ну, я умный танк. Но я не одет. Ну, все, все, интеллект. Интеллект качать однозначно. Не, не левая рука, а пуха вот это. Лезвие агонии. Хорош. 202 item level. В РБК можно идти. Только надо зачарить бы. И сокет есть даже, ничего себе. Так, 105, тут там и меньше, конечно, зато ловкость. Я ловкий танк теперь, и РП есть. А без сокета в РБК не пускает, да? Угу. Да мне сокет. А вдруг сердолик выпадет и минус скролла будет? А ты, Лачдан, как насчет идеи? Помнишь, я говорил, типа, кто на замене, в РБК идут? Ну и типа, как проносит РБК, короче, вот 7 РБК, типа, за каждый РБК там 50 ЕП накидывать. Если сердолик падает, в ГБ его кидают, короче, и сотку за сердолик, ну типа редкий камень. Смотри, тут вопрос в том, что вот, теоретически 7 РБК это время, грубо говоря, сколько, 2 часа? Ага. Может быть больше. Не, больше, что 2? 2,5. Каким образом час 30? Ну час 30, если ДПС большой. А у тебя в принципе час 30 не может быть. В принципе. Потому что у тебя 15 минут КД между инстами. Ну, там это минимум. Можешь, там можешь, частично можешь, часть инстов у тебя идут. В смысле не всегда. У тебя всегда КД 15 минут после входа в инсту. То есть у тебя нет. В смысле нет. Не бывает. Ну, правильно убрали, тебя убрали, да, убрали эту хуйню, уже давно убрали. Я вот играю месяц, здесь сначала было КД, потом не стало его. По КД регаем и все. Да не, это просто медленно выйдет. Ну хорошо, посмотрим. Давайте подходим. Ну, я понял. Не, я вообще не про время говорю, а про идею за сердолик, который кидает ГБ, давать 5 людям, которые проносят, кидают ГБ этот сердолик. Ну, смотри, тут вопрос в том, что у людей сейчас слишком бедная ситуация. Это я себе могу, например, позволить там 200к куда-то деть. А в основном люди ходят без сердоли и всего остального. Ну, да. И другой вопрос, а куда пойдет этот сердолик? А из ГБ продается на бюджет. Я бы не продавал, а что, он повернет босса, нет? Да подходи сзади и бей. А, что там это, трэш куда, под жопу выводить? Если он вообще здесь есть, я хуй знает. Один вроде есть. Подводи под жопу, конечно, надо, чтобы били и то, и другое. Ну, можете трэш не бить, в принципе, он не так важен. Можете, конечно, не бить. Пускай зарывается. Это сарказм, если что. Вот он вышел второй, и сейчас вырвался первый. Можете не бить, нормально трэш стоит. Гипси захиливайте хорошенько. Да не слышим его. Ну вот я говорил, можете не бить, а вы не стали бить. Правильно, так и дальше делайте у всех ребят их. Никогда не бейте трэш, он же безопасный, ничего не делает. Не надо бояться этот трэш. Вот эти жуки маленьких тоже можно не бить.
чтобы вы понимали, два жука вырылись больших, их надо бить. Вы первого не били, второго не били, теперь двух не бьете. Если их вместе держать, они убивают танк. О, у вас вообще нет дамага по жукам. Поставьте их на лед, что ли, чтобы они не взрывали. Вставалка есть? Да. Да не, падают, это фигня. Ну, все жуки бегают. Ну давай еще раз, значит, Куража, Орхидея, Энхаша, Лок, Хант и я. Ну вас пятерых вообще должно хватить на жука. Ваша задача убить жука, который выходит со стенки, под босса, которого протопал подводит. Протопал, твоя задача быстрее его подвести, Дипси. Ваша задача 5 ДД убить этого жука до того, как он зароется. И потом бить босса. Нихуя ты ему стелишь, нах. Приливайте готовы. Вот и повеселились. Теперь завязывайте веселиться и бейте жука. Я буду кричать вам, как сирена. Это место станет вашей могилой. Он боком его ставит, нормально. А он его не будет, да, разворачивать сегодня? Да забей. Так. Вышел жук, внимательно. Протопал, забираю его на себя. На жука ставлю череп. Бьем жука все. Очень сильно. И смотри-ка, у жука пол хп уже нету. Вот это да, вот это ДПС. Оказывается, мы что-то можем. О, он закопался. Сука. Ставьте их на лед, пожалуйста. Нет, ну куда сидеть под жопы то надо, чтобы, блять, на мейн танк лужу. Ставь. На ледяную лужу ставь. Сейчас смотри, вылезет второй. Первого подержу я. Стойте тут ближе к жопе жука, я подержу его на луже. А ты второго, и второго тоже на лужу ставь, где босс стоит. Хорошо, вот на эту лужу поставлю, окей. Убили череп, убили череп. Уверен, подержишь? Ну да, я же там. Быстрее череп играем, он на луже. Второй жук под босса ставь. Второго жука бьем. Взрывание. Только на луже его держи. О, нормально. Все, бегаем, сферы сбиваемся. Вот, смотрите, бежать надо, да? Скоробеев РДД бейте.
бегите. Когда к той луже к дальней идет этот самый шип, вы уже свои телеса перекидываете на дальние лужи, противоположные в комнате. Вот он идет сюда, а вы мимо шипов бежите уже туда. Сова, осторожно, не стой на пути шипов. Беги, малышка, сейчас беги. Босс появится. Босс появился с корабеев, где? Интересно, будет разрывание. А тут, по-моему, шары должны респавниться, да? Жука под босса поставишь на лед прямо. Вон вижу лед. Сейчас вот, немножко пройдет. Беги. Беги, пофиг, что он там провел. Просто веди с жука моба. И бейте все этого моба. Ставь его на лед быстрее. Череп. Быстрее, быстрее на лед. На лед забегай, сам да? Ставь. Вот, бьем череп. Так, а что у нас до зарывания? Чуть не вижу, где зарывание. Походу будет два зарывания, да? Ребят, бегайте туда-обратно, потому что сфер мало и много шипов не протянем. А там три паладина у нас. Бобы покидают. Моб появился. Моб. Череп бей. Ну куда ты? Не выводи. Не, он просто перегрелся. Босс сильный. Все, побежали. Сферы вроде резались. Вон сферы в воздухе тоже. Бейте их. Надо, чтобы лужи так быстро он не взрывал. Вот, как-то покайтить его. Задурить эти шипы. Вот кидайте боб на меня сейчас. Кто там? Кто-то один быстрее. Не сможете, да? Так. Значит, там. Нужно лужи поэкономить. Надеюсь, третьего зарывания не будет там переводить. Все, беги. И противоположно лужу бежи. А, вот зараза. Беги, малышка, дайте боб сейчас на меня, вот на Войда. Где? А, шипы, это на мне уже. Все, мимо. Или он так сменил цель сразу? Так, появился босс. Босс объем. Ставим на лужу. Так, сейчас одного жука заведешь под босса. Его сольем, дадим рост, будем переводить, стараться. Жука, играем? Давай, рост. Чисто босса бьем. Выйдет жук, заведешь на лужу. 10% стараемся перевести. Чисто босс. Жука потом сольем, как переведется босс. Все, теперь жука бьем. Череп убили, потом босса бьем. Хилы там знают, как хилить. Людей с метками захилите с ледяными. Все, босс убьем. Поменьше хильте, ханта поменьше, смертоглюка хильте. На лока ходку киньте, смерть.
хорош. Здесь никому не нужен меч танковский, пацаны. Забирай. А тебе не нужен разве на ДКМ? Не. А кому нужен меч на ловкость? Добро пожаловать на испытание. На ДК-2 нужна. Соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Так, что-то еще идем сейчас. Танк.